Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Глава Тулы совершил двухдневную поездку по Пихемскому району, в ходе которой был собран дополнительный материал для подготовки социально-экономического развития республики. Одновременно с Шалбаном Караулом район посетили члены республиканского правительства, которые выступили перед населением с традиционным отчетом. В ходе встреч с руководителем республики местные жители высказали немало добрых слов за проект по поддержке сельского населения. Кыштак для молодой семьи, корова-кормилица и одно село – один продукт. Многие жители сельских поселений Пихемского района пожаловались главе республики на периодические отключения электроэнергии, хотя в районе есть две подстанции. Состояние автомобильных дорог стало едва ли не главным лейтмотивом поездки главы Тувы по Пихемскому району. Впервые об этом речь зашла в селе Суш, где местные жители попросили отремонтировать подъездную дорогу. Разговор об автодорогах продолжился в Туране, где в очень плохом состоянии старейшая улица Ленина. На улице Майская – постоянная свалка. Конкурс «Цветущий Кызыл». Рабочая комиссия начнет объезд заявленных территорий с 29 июля. В этом году на участие в конкурсе подано 50 заявлений по 9 номинациям. Больше всего желающих, и это было ожидаемо, участвуют в номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома». 19 заявок. Далее по количеству заявок, 10, идет номинация «Лучший цветник клумба». 8 детских садов Кызыла изъявили желание участвовать в самой благоустроенной территории ДОУ. В такой же номинации, но только по школам, подано 7 заявок. По 5 участников у лучшего подворья – подъезд образцового содержания. Церемония награждения победителей состоится в День города, в начале осени текущего года. Кроме того, напомним, что с 5 июля по 25 августа мэрия Кызыла проводит также ежегодный конкурс «Удачный дачник» среди садоводов, жителей левобережных, правобережных дачных обществ и Вавилинского затона города Кызыла. Конкурс проводится по двум номинациям. «Лучший садовый или дачный участок многодетной семьи», а также лучший овощевод. Участниками конкурса могут быть садоводы, владельцы приусадебных участков, являющиеся жителями города Кызыла. Заявки подаются в территориальное управление Западного и Правобережного районов мэрии города Кызыла по адресу улица Ровенская, дом 25. В Кызыле выступит крупнейший военный художественный коллектив России – ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова в рамках международного этапа конкурса «Военное ралли «Армии-2019». Легендарный ансамбль Александрова несколько раз выступал на главных сценах Тувы. Знаком с нашей культурой благодаря содействию и поддержке министра обороны России Сергея Шойгу. И жители Тувы с радостью встречают уже знакомый репертуар ансамбля Александрова. В репертуаре ансамбля более 2000 произведений, песен российских и зарубежных авторов, композиторов, народные песни и танцы, шедевры мирового рока и поп-музыки. За время существования ансамбль объездил с гастролями более 70 стран мира и выступал в горячих точках в Афганистане, Югославии, Приднестровье, Таджикистане, Чеченской республике и многих других. С военным ансамблем связаны и судьбы наших работников культуры. В 2014 году ассистент дирижера Тувинского национального оркестра Эртеме Тумат попал в число новобранцев на срочную службу и с честью и достоинством отслужил в военном ансамбле. Военное ралли «Армии-2019» пройдет в республике с 4 по 10 августа. Торжественное открытие конкурса военных водителей состоится 4 августа. Кызыл лидирует по количеству пьяных водителей за рулем. В Кызыле 25 июля задержано 5 пьяных водителей за рулем. Всего на территории республики задержали 11 пьяных водителей, сообщает пресс-служба МВД по Туве. В Тандинском, Тоджикском, Авюрском, Каахемском, Улукхемском и Барунхевчикском районах по одному нарушителю. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции задержали 17 водителей без права управления транспортным средством. Госавтоинспекция МВД по Туве напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 1 июля 2015 года за повторное управление авто в состоянии опьянения грозит тюремный срок. За управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав предусмотрен административный штраф и арест на срок до 15 суток.
В 2018 году оборот розничной торговли в республике составил свыше 23 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4%. В среднем на одного жителя республики было продано товаров на 73 тысячи рублей. Свыше половины общего объема оборота розничной торговли приходилось на непродовольственные товары, объем продажи которых составил свыше 12 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,6%, сообщили ТУВА Онлайн и Красноярскстат. Реализация пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий, увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,4% и составила свыше 11 миллиардов рублей. На долю торговых сетей на потребительском рынке республики приходилось 9,4% общего объема оборота розничной торговли. Торговые сети формировали 4,7% республиканского оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, и 13,7% непродовольственными товарами. Среднесписочная численность работников организаций по виду экономической деятельности – торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — в 2018 году составила 1151 человек, или 1,7% среднесписочной численности работников организации республики. Среднемесячная начисленная заработная плата — 17 920 рублей. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. The
В минувшие сутки госавтоинспекторами выявлено два факта незаконной перевозки спиртосодержащей жидкости. 24 июля на 408-м километре автодороги А-161 Абакан-Ак-Довурак сотрудниками госавтоинспекции для проверки была остановлена автомашина Toyota Ipson под управлением 55-летнего жителя села Барлык. При досмотре транспортного средства полицейскими в салоне была обнаружена и изъята 21 коробка с 84 пластиковыми бутылками с этикетками «Этанол» объемом 5 литров каждая. Документов, подтверждающих легальность их производства, соответствие техническому регламенту и транспортировки, водитель автомашины предоставить не смог. Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил 420 литров. В тот же день, около 23 часов вечера, на стационарном посту «Шевелик» инспекторами был остановлен автомобиль «Исузу Эльф», за рулем которого находился 68-летний житель города Черногорска. В ходе досмотра автомобиля госавтоинспекторы обнаружили в кузове под дровами 150 канистр и 150 пластиковых бутылок объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Сопроводительных документов на данную продукцию водитель транспортного средства не предоставил. Мужчина пояснил, что груз надлежало перевести через старую дорогу М5 для доставки в Туву. Спиртосодержащая жидкость общим объемом 1500 литров изъята и направлена на экспертизу. «27 июля 2019 года на озере Дусхоль с 10 до 15 часов врачи-онкологи Республиканского онкодиспансера проведут акцию «Онкодозор. Проверь родинку». Также в ходе акции онколог-мамолог произведет осмотр молочных желез и ответит на ваши вопросы. Основная задача акции – обратить внимание на важность своевременной диагностики необычных родинок и пигментных образований, что особенно актуально во время сезона отпусков. Как и обычная родинка, меланома развивается на пигментных клетках в коже и обуславливает ее окраску. Чтобы обезопасить себя, специалисты-онкологи советуют всем жителям республики следить за временем пребывания на солнце, отказаться от посещений солярия и пользоваться средствами защиты кожи. О мерах профилактики, рисках, симптомах и причинах возникновения злокачественных новообразований кожи можно узнать из информации на сайте Резонкодиспансера по ссылке oncologia.tuva.ru/2019-07 «Как правильно загорать» и в социальной сети ВКонтакте от 2 июля 2019 года. Выявление злокачественных новообразований кожи на ранних стадиях – залог успешного лечения. Раскопки перед строительством железной дороги Кызыл-Курагино, которая свяжет Туву с остальной территорией России, закончат в 2020 году, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в научных кругах. Спасательные археологические работы направлены на сохранение объектов археологического наследия и проводятся специализированными научными организациями. Ведение такого рода работ допускается только при наличии разрешений, выданных Министерством России при согласовании с Российской академией наук. Археологические работы перед началом строительства железнодорожной ветки Кызыл-Курагино планируются в 2020 году, сказал собеседник агентства. По его словам, они будут включать дополнительное исследование памятников, обнаруженных за время масштабной экспедиции Кызыл-Курагино. В частности, речь идет о захоронениях раннескифского времени в долине реки Эрбек, притоке Енисея в Кызыльском районе Тувы. Напомним, проект строительства железнодорожной магистрали Кызыл-Курагино протяженностью более 400 километров и стоимостью более 190 миллиардов рублей был одобрен в 2007 году. Планируется, что ввод в эксплуатацию данной магистрали позволит активнее осваивать месторождения в регионе. В частности, речь идет о добыче угля с Элегесского месторождения. По республике облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Временами порывы до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 19-21 градус.